Привет, дорогие мои, с вами Дыга Лариса, и сегодняшнее мое видео посвящено обзору новой палетки серии On Color. Серия мне очень понравилась, поэтому решила себе взять еще и палетку. Еще мне эта палеточка очень понравилась тем, что здесь есть тени для бровей. Как вы видите, я уже эту палеточку пробовала. Здесь еще лежит аппликатор. Давайте приступим. Мне подходит темный оттенок, но светлым я могу заполнять более пустые пробелы. А вот здесь я уже возьму светлый оттенок. Кстати говоря, в этом сезоне в моде высветленные брови. Так что если вы счастливая обладательница светлых бровей, не спешите их затемнять, воспользуйтесь светлым оттенком. Кстати говоря, эта кисточка мне тоже очень нравится для нанесения теней. Самый светлый оттенок я нанесу под бровь, как рекомендуется на картиночке, и во внешний уголок глаза. Дальше нам рекомендуют оттенок 2, но на самом деле у нас вторых два оттенка, этот и этот. Видите, здесь помечено. Поэтому вы выбираете тот, который больше нравится вам. Я выбираю персиковый, рыжий какой-то, рыжевато-персиковый, очень красивый оттенок. Дальше нам рекомендуют использовать оттенок 3, при этом, вы видите, нарисовано, что один темнее, один светлей. И, соответственно, третьих оттенков у нас аж 3. Темно-коричневый, серый и черный. Поэтому здесь вы тоже можете варьировать, как вам больше интересней, какой третий оттенок будет именно ваш. Я выберу коричневый. У меня достаточно широкая переносица, поэтому я затемняю внутреннюю часть века возле переносицы. Естественно, все еще мы будем растушевывать. И в этом сезоне, и не только в этом, в следующем тоже, в моде выводить тени аж вот в эту область. Не закруглять, а удлинять. Добавлю немножко светленького, чтобы был плавный переход. И третий же оттенок рекомендуют вывести вниз. И теперь возьму, давайте, персиковый. Для внутренней части нижнего века. Можно взять тонкую кисточку и черные тени для того, чтобы затемнить линию роста ресниц. Можно это сделать с помощью карандашиков любых, но мы же с вами сегодня тестируем тени. И удлиняющая тушь тоже из серии On Color. Она у меня еще новая,
свежежидкая. Ну и завершающий штрих, губная помада матовая On Color. Как вам, девочки, тени? Планируете ли брать себе? Мне очень понравились. Очень универсальные. В дорогу удобно брать. Сюда очень хорошо ложатся любые рефилы, которые есть из серии The One. Вы можете румянки сюда приклеить, вы можете любые тени приклеить, можно пудру, которая полосатая, корректирующая, в общем, на ваше усмотрение, и у вас получится практически двухэтажная косметика по продуктам, по функционалу, и вот такая маленькая, очень мало занимающая место в вашей косметичке. Это классно, это важно, во всяком случае для меня, когда я еду в дорогу. Я все взвешиваю чуть ли не на весах, легко ли, тяжело будет нести. И вот такие маленькие палитры для меня, это, конечно, просто супер находка. Ну и в целом, оттенков много, продуктов много. Если у вас вообще нет косметики, то вот одним махом и тени для бровей, и вот такие актуальные хорошие оттеночки. Благодарю, что были со мной. Если хотите приобретать косметику со скидочкой 20%, в боксике под видео для этого есть ссылочка. Пишите, я обязательно помогу зарегистрироваться. И до новых встреч. Пока-пока.